Всем привет! Это Протон Шоу. Продолжаем записывать прокачку монаха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, мы попали в подземелье. Вот это вот типа первый темный портал, что ли? Потому что, ну, мы же сами все понимаем, что темный портал выглядит по-другому, и он явно был не в болотах печали. Это вроде типа локация Черной Топи, а она типа где? В болотах печали, наверное, да? Ты что, в тильте? Бранхмуна убил? Когда? Сегодня пил? Из-за этого. Да, танк считал способность, которую возьмет через 2 уровня. Главное, что меня либо не скалируют, либо я еще в принципе не взял эти способности. Потому что у меня все способности доступны. Знаешь, что будет опасно? Если в игру добавить все-таки андедов паладинов, то это будет вообще страшно. Мне придется снова пала качать. Не знаю, чем больше нужен монаха, тем больше как бы андед мне импонирует. Тут скорее, я просто не знаю. Типа, хочу ли я оставаться эльфом? Вот так вот. С другой стороны, в орде это лучший вариант.
Коровы я не хочу быть. А Зандалар. Зандалар, его и нет возможности, а если даже и получить, то. Не знаю, это тоже как бы. Ну, предвзято к нему чувство. Если так сказать чуть честно. К Зандаларам этим вашим. Кстати, как думаешь, на хай-левеле, ой, на хай-левеле, с 60 по 70 с одним танком в пачке нормально будет данжи искать? Не, я просто думаю, типа, мы на даже будем качаться или на квестах вот этим дуэтом? Просто решать уж надо сейчас, мы уже, блин, час времени, мы уже, считай, идем в Драгонфлайт. Понял. Нормально. Мне падает комплект доспехи ликвидации. Старинный комплект, бонус неактивен. Комплект подлый трюк и удар по почкам повышает скорость на 1000 единиц на 6 секунд. Не что, разбойник?
Последний дало неудобно. Дольше всего бежать. Да, вот тот вроде фиксированный, да? Нифига название. Ремень торговца смертью. Солидно. ГЦ. Ребята, это было Протон Шоу. Прошли вот такое подземелье. Дальше еще будем проходить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.